Какое-то напряжение в вашей команде. Конечно. Мы никак не можем справиться с юмористическим флангом. Слишком силен напор. Ну давайте интеллектуальный фланг посмотрим. Я когда говорил, человек с образованием пришел, я, безусловно, Арсений. Да, да. Как будто тонет кто-то, блядь. Все. Вот когда я тебе говорил, Шаст, вот ты пиздун, блин. Что? Я тебе говорю, 18 букв. Ты такой, 18? Есть. Есть, да. Третья по старшинству. А что ты перестал меня? А, подъёмывать, блядь. В Словакии, блядь. Ёб твою мать. Смотри, смотри, опять подъёбывает. Ну давай. В Словакии. Ну давай, в России посмотрим. Генерал с тремя звездами. Как ты его называешь? А почему тогда нет генерала? Блядь. Ну давай, ну давай, ну что ты? Ну накопи силы. Генерал. Ну давай. Шаст! Шаст! Их 10 штук! 10 штук! У меня 9. 12? 12? А сколько их? Мой товарищ по команде не может тянуть букву «ы». А зато я «и» могу. Ну не вышло. Вообще, что это за вопросы? Не дохуя ли надо писать? В одной игре я перепутал, не знал. Перепутал название площадей в Санкт-Петербурге. И мне до сих пор стыдно. Но я подумал, раз в нашей команде не все знают буквы. У Поза нос не лечит человек, блядь. У Арса буквы разбежались. У Арса норм, у Шаста, блядь. И не я с прохожим в этот день непогожий почти. Чтобы я через вас узнал правильный ответ. Нет. Давай. Ты давай. Давай. Блин, ребята. Гляс. А я смотрел телевизор, вы там дружите все. Нельзя помогать. Как зовут писателя? Киплинга. Ренат. Артурка. Скажи. Стивен, скажи Стивен. Это он еще и мешает. Человек его пытается спасти, он Стивен, скажи. Нет, Стивен это камень. Все. Да пошли вы нахуй.